воскресенье, 3 ноября в 7 часов вечера в море близ Паттайи потерпел крушение пассажирский паром. В результате крушения парома, который следовал с острова Лан в сторону Паттайи, погибло 7 человек, в том числе 3 российских туристов. Около половины спасенных пассажиров, вероятно, также являются россиянами. Такую информацию передает и Тартас. Подтверждены данные о гибели 7 человек, 3 из которых россияне, женщина и 2 мужчин. Об этом сказал информагентству заведующий консульским отделом посольства Российской Федерации в Таиланде Андрей Дворников. В воскресенье вечером паром возвращался с острова Лан в Сиамском заливе в Паттайю. Верхняя и нижняя палуба были переполнены. В 500 метрах от острова и 7 километрах от Паттайи паром попал в волнение, лег на правый борт и затонул. По предварительным данным, туристов Саяма Тревел среди погибших нет. Как сообщают местные власти, на данный момент еще 20 человек считаются пропавшими без вести. Если вы потеряли связь с близкими, кто сейчас находится в Паттайе и мог находиться на борту затонувшего парома, вы можете связаться с нами по телефону нашей горячей линии +66 89 009 5000. Мы поможем связаться с вашими близкими.